Керченские полицейские получили 7 новых служебных автомобилей. Машины были переданы центрам специального назначения вневедомственной охраны МВД России для улучшения материально-технической базы. Сотрудники уже оценили преимущества обновленного автопарка. Автомобили Ford позволят нам и нашей группе задержания быстрее прибывать на место происшествия или преступления, либо на отработку сигнала тревога. И комфорт и безопасность этих автомобилей позволит нам лучше выполнять наши служебные обязанности. Все машины оснащены современной спецтехникой и системами связи, что дает возможность максимально оперативно координировать работу групп задержания. 4 патрульки, 2 автомобиля контроля несения службы и 1 микроавтобус. Надеюсь, что это пополнение автопарка Керченского подразделения позволит более качественно и эффективно выполнять возложенные на полицию государством функции.